пурга. А еще и август не кончился. Мыс Челюскин, самая северная конечность нашего материка. Сквозь льды полярных морей пробиваются корабли. В арктических обсерваториях день и ночь работают гидрологи и синоптики, составляют карты движения льдов и прогнозы погоды. Воздушные лоцманы помогают капитанам прокладывать курс. Четыре с половиной тысячи километров протяжение Северного морского пути. Навигация здесь коротка и трудна. Этот корабль идет из Мурманска в Тикси, оттуда во Владивосток. Тикси, 72 градус северной широты. Десятки тысяч тонн всевозможных грузов проходят через этот порт в каждую навигацию. Морские ворота сказочно богатой северной земли, которую партии весь народ наш поднимает к новой жизни. К югу от морей Ледовитого океана простираются горы Чукотки, тундры Сибири, необъятные просторы тайги. В недрах этих земель советские геологи обнаружили огромные запасы богатств. Уголь, почти 7 триллионов тонн, вот запасы угля в Восточной Сибири. Железная руда, 12 миллиардов тонн. Золото. Десятки тысяч квадратных километров исчисляются золотоносные площади. Алмазы. Нефть и природный газ. Слюда, полиметаллы, графит. Гигантские ресурсы гидроэлектроэнергии. Неисчерпаемые запасы древесины. Чего только нет здесь. Поистине земля сокровищ. По призыву партии устремились на восток и на север разведчики нового, вдохновенные строители коммунистического будущего. По их путям в сибирской тайге и тундре проложили свой маршрут киноочеркисты. Летом 1958 года наша киногруппа вышла к берегам Лены, в самом центре Сибири. Позади уже был большой путь, много встреч, а хотелось нам побывать всюду. Но разве можно вместить в одну небольшую картину все, что происходит сегодня на этих пространствах? Итак, мы побывали в Тикси, были в бухте Провидения, а теперь отправимся на реку Индигирку, поглядим Алдан, заглянем в Чульман. И мы полетели в Чульман. В путешествии по Сибири всяко бывает. Тысячу километров пролетишь, не заметишь, а на десятки километров изволь на своих, на двоих. Тракторы тот не везде пройдет. Вокруг тайга, под ногами кочки, а дорога еще только в проекте. Вот на таком пути мы и повстречали геологов.
Их вел Петр Викентьевич Максимов. Ему 102 года. Еще в прошлом веке он провожал в тайгу русских ученых. «Меняется у нас жизнь», — сказал Петр Викентьевич. «Все по-другому становится». Об этом рассказали мы Петру Викентьевичу. Однако, — ответил он, — у нас всюду так. И его рассказ перенес нас на самый север Якутии, в лесной наслег Барагон. Ребята собирались в школу. За ними прилетел самолет. В Барагоне есть и своя школа, но не полная. В школу-интернат в селении Кюсюр на весь учебный год улетают старшеклассники, а также сироты и дети тех колхозников, что кочуют по тундре с оленьими стадами. В Тиксе ребята пересаживаются на пароход. Все это один район, но раскинулся-то он на 400 тысяч квадратных километров, больше Италии, больше Норвегии. Погода в Кюсюре была к началу учебного года, что и говорить, северная. Но и ребят, а вместе с ними и нас, обогрело здесь тепло человеческого радушия и заботы. На торжественной линейке был секретарь райкома Василий Харлампович Вырдылин, депутат Верховного Совета СССР. Он якут, а учился в Москве. А классная руководительница у ребят русская, а училась в Якутске. Только что окончила там университет. У Тамары Никифоровны Барминой это первый самостоятельный урок. «Светло живут люди», — сказал старый проводник. «И этот свет зажгла для нас партия. Неподалеку от Якутска памятник Серго Орджоникидзе. Многих большевиков ссылали сюда при царе. Отважные борцы за народное счастье заронили здесь первый посев нового». От геологов мы отправились туда, куда они посылают найденные образцы, в лабораторию. Здесь вступает в свои права химический анализ, рентгеновские лучи. Здесь в Тиглях проверит содержание и качество найденных руд. И оказывается, то, что открыто в районе таежного Чульмана, сулит этим местам огромные перспективы. Бурильщики отправляются на работу. Рядом, в тесном соседстве, обнаружена здесь железная руда отличного качества и коксующийся уголь. Руды здесь больше и притом лучшего качества, чем в Криворожье. Угля больше, чем в Донбассе, и соседство у них еще более близкое. А вот и третье сокровище здешних мест – месторождение флагопита. Флагопит дает слюду, а слюда нужна и тем, кто делает электрическое оборудование, и тем, кто изготовляет стекло, и тем, кто работает в химических лабораториях. Якутская слюда. Вчера они еще ничего не знали. Невдалеке отсюда
лежат места, которые давно известны. Алдан. Только назови это имя, всякий скажет, Алдан — это золото. Мы попали сюда в выходной день. Помните рассказы Джека Лондона и мамины сибиряка? Золотая лихорадка и коварное соперничество, темная власть золота над душой человека. Но на этот светлый город не падала злая тень наживы. Вот каким увидели мы Алдан. Кончается выходной. Приезжим золотоискателям пора на свои отдаленные прииски. Поедем туда и мы. Встретим с ними их новый рабочий день. В дальнем прииске с бедной жилой мы повстречали старателей. Но вообще-то золото добывают теперь совсем не так. Драга — это, по сути дела, целая фабрика. И она может переходить с места на место. Машина захватывает золотоносную землю не пригоршнями, а тоннами. Так работает здесь золотоискатель. И вот сколько намыло драга за смену, а слева дневная добыча старателей. В песке, которая оставила драга за собою, золота уже почти нет, но впереди его еще очень много. Еще больше его в новых районах, там, где прошли геологи, и теперь идут по их следам строители и горняки. Напоследок мы отправились в одно из таких мест, на реку Индигирку. Дорога вела на северо-восток, к местам, где находится так называемый полюс холода, и который прославили особенно глухими и неприютными. Верно, путь оказался нелегким, дороги сюда еще нет. Однако безлюдным это место назвать уже нельзя было. Да и природа в эту пору не напоминала о полюсе холода. Звон пилы привел нас сюда. Лицо рабочего показалось знакомым. Помните? Да, Алексей Спирин помнит. Это было в Москве. Спирин прощался с родной столицей перед отъездом на новые места. Ну, как живется? Взгляните сами. И мы пошли к будущему поселку Таежных Горняков. Жилой уют в первом домике появляется раньше, чем уходят строители. Люся Спиридонова мечтает. Ток новых гидроэлектростанций придет и к нам. Будет и у нас город.
А в тайгу и в тундру все дальше уходили геологи. Они идут разведчиками будущего, пролагая пути строителям. И в дороге встречают новый день, приближающий нас к достижению великих целей. Здравствуй, солнце нового дня!